Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в спор, и мне тут написали одно сообщение. Написали, что дикие животные на нас опять напали и похищают наши запасы, но вроде я никого не вижу на базе. А, вот он ползет. Смотрите, давайте ему кость кинем, все-таки попробуем. Ребят, давайте косточку кидать ему. Пока он не видит, что мы тут все. Иди, косточку кинь ему, кинь. Ну беги уже, кидай ему косточку, да блин. Вождь, ну кидай ему косточку. И тут обошли с двух сторон. Тут с косточкой стоит, тут с косточкой стоит. Кидайте ему. А вот, положил, смотрите, один. Ну ему пофиг. Ему пофиг, он убегает. Да, кажется, просто так подружиться с ним не получится. Ясно. Отправляем все свое племя на вечернюю тусу. Они заслужили. Они молодцы. Мексиканские танцы. Блин, что у тебя с артом? У вожака что-то рот как-то прыгает странно, вы посмотрите. Сейчас повернется. А, нет, вроде все. Восстановился, вернулся обратно. А, нет, опять начал прыгать. О, боже. Вожак, ты очень стрёмный. Все, расходимся, парни, расходимся. Ну что, давайте посмотрим, что у нас нового в лачуге появилось. А у нас, ребята, появилось новое оружие. Это факелы. Факелы позволяют быстро разрушить постройки. Это то, что нам нужно. Особенно против злых фиолетовых. А что из снаряжений новенького? Из снаряжения у нас появились вот такие рога-шапка. Можно еще, конечно, вот так вот сидеть. Нет, так не будем делать. А это у нас что такое? Царь-шапка, что ли? Корона. Оружие 2, уровень 4. Слушайте, мне кажется, что уже пора одеть головной убор. К тому же он дает бонусы. Вот смотрите, допустим, корона дает к оружию 2 и общение 4. Сомбреро дает сбор пищи 4, общение 2. И рога-шапка к оружию 2 и здоровье 4. А как-то можно с оружием и с общением? Вот, общение, оружие. Ну, давайте корона, пускай у нас останется, да? Нет, так похоже на какую-то тыкву. Блин, да это ж миньоны. Какой, блин, какая корона? Сомбреро, конечно, они же у нас веселые чувачки. Во, блин, корона. Отлично. Мне кажется, лучше и не могло быть. Наш мексиканский миньон готов. Осталось только ему еще что-нибудь новенькое пришпандорить. Что у нас еще есть? Опачки, появилось чудо-броня. Сбор пищи 5. Так надо заменить вот это вот на это. Офигеть, он у нас, знаете, теперь на кого похож? На... как же их называют-то? Ну, не знаю, на какого-то юноармейца или на какого-то экспедитора. Ну, что-то... В общем, я фоточку прикреплю, вы посмотрите и поймете, про кого я говорю. Что еще у нас есть? Есть у нас вот такая пластина. Пластина... это место наплечников. Кстати, наплечники у нас вот эти к здоровью дают. А это у нас к общению и здоровью. Ну, давайте сменим нашу броню наплечную. Вот, конечно, она смотрится не очень. Какой-то балахон, да? Хотя вот так вот неплохо. Вот так вот неплохо смотрится. О, отлично. Пускай так будет. Что у нас еще есть? Паук-крестовик. И это, я думаю, можно вот сюда куда-нибудь прикрепить. Ну вот, наши мексиканские сомбреро-братья как-то выглядят теперь по-новому, поинтереснее. Я не могу на них смотреть, вот серьезно. Они такие забавные. А вот, кстати, наш тотем. Да, он стал у нас более интересным, более цветным. Ну что, собратья, сомбреристы, пойдемте-ка и попробуем напасть у нас на розовое поселение. Потому что они очень злые и враждебные. Они, честно, уже задолбали на меня нападать. Но прежде нужно перекусить. Так, все в столовую, ребята. В очередь. Давайте, сомбреристы, кушайте. Вам сейчас предстоит сложный бой. Благо у нас есть факелы и копья. Я думаю, сейчас мы это все дело скомбинируем. Мы возьмем и факелы, и копья. Ну, возьмем, наверное, 2 факела, все остальные будут копейщики. О, нифига себе, кажется, здесь битва намечается. Вот этот чувак психанул. Опачки, здесь тоже вон кого-то бортанули. Так, что-то намечается? Нет. Оу!
Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе, там битва, просто посмотри. А, все, разошлись, все, успокоились. Ну что, ребят, давайте. Дудочники у нас возьмут факелы. Берите факелы. А все остальные у нас возьмут... Опа-на, замечены враги, кажется, на нас сейчас нападут. Кто нападает? Покажите мне, кто на нас нападает. Розовые, кажется, нас опередили, слушайте. Ну ничего, ничего, мы как раз готовились на вас напасть, поэтому мы вам дадим сейчас очень жестокий отпор. Так, копейщики. Мне нужно побольше копейщиков. И еще и коричневые бегут со своим подарком, как обычно. Полное жопе. Так. Вожак идет забирает подарок, а мы нападаем на наших врагов. Ну, конечно, то, что они вдвоем пришли... А, нет, вон там один убежал куда-то вообще. А, нифига себе, он побежал базу мою калашмарить. Один! В одно лицо. Да он какой-то бесстрашный. Столько здесь копий валяется. И, кстати, нашему одному товарищу прилетело в попец пару копеек. Он побежал. Подожди, ты куда подарок-то забираешь? Эй, подожди, верни. Слушайте, кажется, он передумал нам давать подарок и убежал. Из-за того, что здесь бойня намечается. Ну что, пойдемте попробуем дать ответный удар этим розовым. Вы посмотрите, мы идем и с маракасами, и с копьями. Вот раньше они так не могли ходить, а? А вот, кстати, у нас два факелиста бегут. Факелы в руках несут. Наши юноармейцы идут на разборку. Мексикосы, покажите, на что вы способны. Кстати, здесь пока никого нету, но я чувствую, что сейчас с лачуги вылезет куча... Куча вот этих розовых миньончиков. Ну что, в атаку на вожака! Кстати, больше-то розовых и нету. Что странно. Никто не вылез. Замечены дикие животные. Ну ладно, пускай покормится. Песик проголодался, наверное. Ну что, сейчас мы будем поджигать. Все, розовые полегли. Отлично. Что это у нас здесь есть? А, это мы отсюда можем забрать еду. Подождите, ребят. Факелисты, где факелист? Давай, поджигай. Сейчас мы уничтожим. Так, тот на нас вылез. Давайте, ребят, уничтожайте это поселение, чтобы они больше нам не могли навредить. А вы посмотрите, пока мы тут уничтожали, домик на нас розовый вот этот со стороны кидался копьями. Маленький негодяй. Ну что, давайте лачугу теперь попробуем. Кстати, мы одного потеряли, и это был факелист. Ну что, тогда пока у нас те воюют, уничтожают лачугу, мы производим на свет еще одного миньончика, а вот этот у нас боец будет факелистом и бежит помогать на подмогу нашим солдатам. Слушайте, лачугу, кажись, очень долго уничтожать. Вот нефиг было розовые на меня нападать. Вот что из этого вышло. Вам же хуже. Да, мы разрушили их. И получили два новых фрагмента. Они выбрали войну, но мы могли с ними подружиться. Поселение розовые уничтожены. Племя добавило третий фрагмент к тотемному столбу. В меню племени можно купить новые инструменты и снаряжение.
Наша лачуга выросла. Вы посмотрите, какая она теперь крутая. Прям какая-то современненькая. Наша территория увеличивается. О-о-о, похоже уже на город, да? Племя развивается, существа улучшили жилище, и теперь вы можете увеличить население до 12 человек. Ну, то есть до миньончиков. 12 миньончиков теперь может у меня быть, и это очень круто. Блин, вы посмотрите, какой город, реально город целый здесь. Офигенно. Ну что, ребята, розовых мы уничтожили, теперь отсюда на нас никто нападать не будет. Вы заслуживаете отдыха. Все домой. А тут к нам прибежал песик. У нас, кстати, тут один был, товарищ Мексикос. Пойдемте-ка попробуем все-таки завоевать доверие у нашего песика. На, косточку, 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 держи. Неужто ли получится сейчас? Вот и чукча. А нет, смотрите-ка, смотрите-ка. Я думал, что он испугался и убежал. Но он косточку ест. Ура! Наконец-то! Наконец-то у нас появился новый друг. Приручен представитель вид капсуль. А, ну конечно, будет он у меня охранять мой дом, он у меня будет в стойле стоять. Эх, одного, кстати, миньончика у меня уничтожили, который в стойле трудился. Поэтому придется пополнить запас. И давайте попробуем вот нашего вот этого вот непонятного волчья тигра приручить. Анасиса. Ребят, я наконец-то понял, что это за стойло. Это нифига не прачечная и ничего такого подобное. Это, короче, обычный курятник, и все существа, которых я сюда загоню, они приносят мне яйца. Ну, естественно, эти яйца я могу собирать и, ну, питаться. То есть, смотрите, вот, давайте возьмем одного товарища. Там у кого-то днюха, что ли? Вы посмотрите, кто-то тортик в мыслях показывает. Да, у кого-то день рождения сегодня. У одного из миньончиков. Надо этот праздновать. Вот смотрите, здесь у нас появились вот они, яйца, да? В нашем столе. Ну, в нашем курятнике, так сказать. И хоп-она, миньончик берет и уносит это как еду. В общем, вот такие дела. Поэтому нам нужно в стойло побольше таких существ. И пойдемте попробуем все-таки Анасиса... Блин, я не могу выговорить это название. Анасиса этого вожака попробуем приручить. А, Анасис, ну блин, что это за название? Лучше бы Ассасин его назвали, или еще как-нибудь. Мы положили ему косточку. Он радуется, но он враждебно настроен по отношению к нам. И кажется, он нифига не хочет эту косточку брать. Ну давай, 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 соглашайся на косточку. Ну давай я еще одну косточку тебе дам. Не, кажется, я одной косточкой не отделаюсь. Слушайте, он очень обиделся на нас. Ну вот еще одну тебе косточку держи. У тебя целых две косточки уже тут. Да, походу это бесполезно. Ну ладно, раз он обиделся, мы тоже в этом виноваты, потому что мы у него утащили одно яйцо. Он имеет право на это. Так что не будем его тревожить. И попробуем подружиться вот с этими странными чудиками. Они очень прикольные, они мне безумно нравятся. Так что попробуем забрать их к себе в стойло. В наш курятник, так сказать. Есть! Укротитель. Приручите животных трех разных видов. Офигенно. Еще одну ачивочку получил. Ай-ай-ай. Ой-ой. Гонит его. Вы только прислушайтесь, что он говорит. Ань-ань. Ай-ай-ай. Ань. Блин. Таня, Таня! Непонятно, то ли он говорит Куня, то ли он говорит Таня. Ну, в общем, при помощи этих слов он гонит вот этого прикольного динозаврика. И, кстати, у него, посмотрите, какие-то рубиновые бока.
Или это кристаллы, непонятно. Ну, в общем, приличное такое существо. Племя коричневые несут нам подарки. Ну что, ребята, в общем, у нас все здесь хорошо, все замечательно. Мы сегодня с вами подружились с новым племенем, а также разбили племя розовых, которые очень были враждебно против нас настроены. Узнали, что у нас, оказывается, есть курятник, где мы можем собирать яйца. И нам совсем чуть-чуть осталось до нового этапа эволюции. Но это уже произойдет в следующей серии. Вам спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Всем удачки, пока и до нового видео.